поселке искателей более полутора часов тушили пожар. Погибших и пострадавших нет. Информация о возгорании поступила на телефон 01 13 июля в 10:30 вечера. На место выехали 30 человек и 10 единиц техники. Горел гараж службы заказчика поселка искателей. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Техника, которая находилась в гараже, не повреждена. Всего же в текущем году в округе было ликвидировано 12 пожаров, погибли 2 человека. Причины последнего пожара с жертвой выясняются. Напомню, он произошел 5 июля. Горел двухэтажный деревянный жилой дом по улице Заводская. Возгорание началось на втором этаже в квартире одного из жителей строения. Погиб 83-летний мужчина. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Сотрудники пожарного ведомства напоминают жителям округа, что при обнаружении пожара или признаков горения необходимо сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. До прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами – огнетушителями, водой или песком.